ребята, здесь на миксельной луне здорово. Но почему именно мы? Мы использовали свои высшие технологии, чтобы ловить первые признаки жизни на вашей жалкой планете. А это вы, глупые планетоиды. У нас предстоит столкнуться с еще более страшной угрозой, исходящей с таинственной темной стороны Луны. О, нет, это темнота. Теперь появятся глуки. Глуки? Кто это? Из них делаются ночные кошмары. Только прошлой ночью я рассказал Нёрпу сказку перед сном, и вдруг... Космический солдатик добрых снов. Расскажи сказку. Расскажи малышу сказку. Не могу, потому что я уже сказал добрых снов. Расскажи мне сказку. Расскажи мне сказку. Так и быть, я расскажу тебе сказку. По ту сторону высоких стен, защищающих орбитопию, далеко внизу, в самой глубокой и темной пещере, живут ужасающие мифические духи. У нас мало сведений об этих загадочных микселях. Мы знаем лишь, что у них большие глаза на выкате, волосатые ножки и острые, как бритва, клыки. Страшная сказка! У меня полные штаны метеоритов. И что самое страшное, как известно, эти глуки могут появляться где угодно, в любое время. Пора познакомиться с нашими соседями-орбитонами. Это будет просто бесподобно. Давайте войдем и скажем им привет. Привет! О, шмиксели! Это уже глуки! Нас атакуют в укрытие! Будь прострах! Никс пусть спешит на помощь! Все вместе орбитоны технологически непобедимы! Так что назад, мнимые забияки! Даже не думайте об этом! Вкусите правосудие в стиле хай-тек! Орбитоны, делай Макс! Так точно! Макс! Биту! Гугли предлагает сказать привет в другой раз. Это было весьма странно. Нет, это было бесподобно. Довольно-таки неловко вышло. Но поверьте мне, эти пролазы живут на темной стороне. Да неплохие. Как ты относишься к кровожадным вампирам? Внезапно нас окружили зловещие улыбки и горящие глаза. Тревогу! На нас напали глуки! Хватай мой кубик! Что им нужно? Скорее всего, украсть наши души и съесть внутренности. А вы спрашивали? Они милые. Микс. Не берет его для особого случая, но... Мы обратили их в бегство. Погоню! Судя по всему, мы оказались в пещере ужасных глуков. Не оглядывайся. Кажется, мы окружены. Раз так, надо бежать, что есть мочи. Не спешите, ковбой. Что же вы посмеливаете в тайную пещеру глуков? Я Вампус. Я Бугли. Хватит. Я же создавал драматический эффект. А я Глоберт. Что ж, приготовьтесь к... Похоже, что они вовсе не кровожадные монстры. Глуки оказались отличными ребятами. Они хотели миксоваться с каждым из нас. И мы устроили большой глукопраздник в пещере. Микс. 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 Почему глуки живут на темной стороне Луны, Глоберт? Ну, тут так темно. Мне страшно. Боитесь темноты?
Вы что, шутите? Гуки обожают темноту. И куда веселей. Разве? Разумеется, в темноте мы, Глуки, сияем. Я сейчас покажу. Привет, привет, мои маленькие монстрики. Добро пожаловать в бесподобную Глука-пещеру. Рад, что вы присоединились к нашему веселью. Вот он, настоящий рай, в сырости и тьме. Здесь не сияет солнце, но тем веселее мне. В пещере Глукистов, там, где не лучка света, зачем мы по полной устроим дискотеку. Если с нами веселиться, то помни закон, и мы верны все Глукисты для нас священником. Наше золотое правило, нет его важнее. Задушку крепитации ты трогать не смей. Наш главный закон. Заглушку не трогай! Заглушку, да? Пойду за попкорном. Возьми на пару пакетов. Мы кричим в наши горло и мы шепчем на ушко. И никогда ни за что не выдергивать заглушку. Если ты не устоишь, то обманывать не буду. Нас утянет все, что там, где будет очень худо. Не дергай заглушку! Шучу тебе на ушко! Не дергай заглушку! Таков уж наш закон! Заглушку не трогай! Эй, ты, рядовой, ты что задумал? Не вздумай! Если потянешь, ножки протянешь! Заглушку не трогай! Прекрасно! Да, спасибо! Доброй ночи! Да уж, кровожадные лунные вампиры умеют устраивать вечеринки. Ты что-то слышал? Да, похоже на Мелтуса. А вот где ты, Мелтус, а почему ты не на вечеринке? Я скучаю, наш дом так далеко. Как мы вообще вернемся на нашу планету Миксе? Я тоже скучаю. Знаете, как говорят, нет места лучше дома. Не плачьте, друзья, это был только сон. Правда? Ничего этого не было? Конечно же нет, мне это все снилось. На свете не бывает ни Глуков, ни орбитонов. Что? Нас не бывает? Правда, что ли? Никс, 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 никс. Опять они? Теперь Миксели на Луне? Это неприемлемо! Если об этом узнает король Миксель, он просто выйдет из себя! Сир, я собирался вам сообщить...